Лето в самом разгаре, но эти ребята в форме на работе. В военно-патриотическом клубе «Вятичи» сегодня решают особую задачу. Волонтеры бережно разбирают каждую вещь и упаковывают в коробки. Все для сирийских беженцев. Двое на разборе и третий за столом для строгой отчетности. Дмитрий Масловатый из династии военных. Теперь он кадет Ивановской пожарно-спасательной академии. Но своих друзей из клуба не забывает, не раздумывая присоединился к акции. Всегда есть те, кому вот явно хуже, чем тебе. И надо как бы помочь людям. Вот нельзя просто их оставлять вот так на произвол судьбы. И надо стараться помочь. Игрушки, одежда, обувь, самокаты и бытовые приборы – все, что необходимо для мирной жизни. Собирали всем клубом. Идея возникла во время пандемии. Откликнулись все участники. Тем более во время самоизоляции была возможность разобрать свои вещи. Ведь они так нужны тем, у кого пока нет мирного неба над головой. В рамках нашей совместной работы военно-патриотического клуба «Вятичи» и организации «ДСААФ». Вот именно в условиях пандемии родилось несколько серьезных инициатив. Одна из них была – это силовая подготовка ребят. Каждый онлайн дома показывал свои успехи, снимал, отправлял комиссии, которая определяла, там судейская у нас бригада была создана, и определили победителей. И причем акция стала международной. Присоединились ребята из Беларуси, из других регионов. Потом следующая была инициатива. Появилось, это был музыкальный конкурс, конкурс кулинарного искусства. И, в общем-то, ребята были заняты. Они между собой как-то, хотя бы онлайн, но состязались. И появилась еще идея помочь детям Сирии. За месяц удалось собрать почти тонну груза. В условиях пандемии каждая вещь перед тем, как попасть в коробку, проходит санитарную обработку. Оценить масштаб работы пришли активисты местного отделения партии «Единая Россия». Они давно сотрудничают с клубом и эту акцию поддержали. После сбора груз передадут военным. Его доставят транспортным самолетом в Сирию. Ребята решили, кроме вещей, написать еще и письма поддержки сирийским детям. Ведь границ для добра не существует. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры